Богатство северных морей. Изысканные деликатесы отменного качества продают на ярмарке возле Дворца искусств. На прилавке балык из форели, рулет из кижуча, королевский окунь и редкие дальневосточные сорта дикой рыбы. Сюда выстраиваются очереди из покупателей. Есть грудинка соленая, корейка соленая и наши славные копчености. Грудинка, которая коптится по-черному в бане, поэтому она очень вкусная, как раньше делали наши бабушки и дедушки. Здесь же консервированная продукция. Сайра, печень сома, мясо морала. Цены от 2,50. Рядом ароматные специи и восточные сладости. Только одной халвы несколько десятков видов. Большой выбор молочного улуна, ройбуша, каркаде, черного и зеленого чая, а также сборов на травах с ягодами годжи и имбирем. Ну и, конечно, мед. Представлены как недорогие сорта, так и эксклюзивные. Ярмарка мне очень нравится. Вот зашла сюда вместе со своей свекровью посмотреть консервы, рыба нас заинтересовала, детям конфеты и вот кожаная обувь тоже вот интересное предложение. На ярмарке можно обновить и гардероб. В ассортименте комфортная одежда для дома, плюс большой выбор блузок, леггинсов и джемперов. Цены самые демократичные. Вся обувь фабричная. В качестве можно быть уверенным на все 100. А этот отдел – мечта каждой женщины. Писк сезона – мутон с воротником из меха лисы. Обновка обойдется в 750 рублей. Можно оформить рассрочку. Размерный ряд от 38 до 60. Чего здесь только нет. От хендмейда невозможно оторвать взгляд. Оригинальные резные шкатулки и ключницы, деревянная посуда, изящные сувениры на любой вкус и кошелек. Кирмаш работает с 10 утра до 7 вечера. Закупиться по оптовым ценам можно до 1 марта. Ассортимент постоянно обновляется. Адрес: Ульяновская, 35. Татьяна Горбач, Максим Галионко, Бобруйск, 360.